Эпизод 3. Сознание. Бегают, да боже мой. Ты посмотри, паника какая. И музыка какая. Тьфу ты, я думал, ну так натянется. Подожди. А, как болтает. Не ругайтесь. Вообще, давно пушек новых не было. Пора бы уже выдать. Я могу спуститься вниз, могу подняться наверх. Куда? Нычка небольшая. Так, как бы слезть и не ран... А, хорошо. Автоматически. Самая страшная вещь в шутерах от первого лица — это лестница. Потому что... оно почему-то всегда, точнее, очень часто работает криво. Скоро NVIDIA сделает какую-нибудь нейросеть, которая сможет автоматически запипикивать всякие ругательства. Не получится. Ой, наши придумают такие ругательства, которые ни одна пипикалка не распознает. Ваша пипикалка не очень. Вот этот эффект болтания камеры ужасен. А. Ладно, увлекся. Очки разбили. В глаз попали. Халфа всем психику в своими лестницами сломала. Да? Ну, может быть у меня с нее как раз психологическая травма, боязнь лестниц в играх. Твою мать. Ого, он вылетел. Всем группам в связи с нарушением безопасности в тестовой зоне внешней оболочки график детонации был ускорен. Немедленно покиньте комплекс. Да. Дайте мне пулемет какой-нибудь или винтовку. С этой пуколки надоело стрелять. Ой, дайте Саше саблю. Саблю? Да.
чтобы он тут справился сам без ансамбля. Ого! Да. Круто. Импульсная граната. Я застрял. Импульсная граната. Где? Каким уроном она бьет? А как почитать-то? Где она? Ну где там у тебя? Я вроде учение, вот... А вот оно. А вот арсенал. Ага. Импульсная граната разработана для временного выведения из строя органических или электромеханических целей. В момент детонации граната создает мощный электромагнитный импульс, магнит, повреждающий. Электронику, сопровождающая взрыв ударной волны, вызывает контузию у живых целей, не нанося им увечий. Прикольно. Понятно. В первом эфире тоже была такая. Угу. Я помню, синяя. Контузия, в общем. И всякие приборы глушат. Угу, угу. Здесь прикольная лестница. Бегут такие. Мест не хватило, наверное, что ли? Не оставляйте нас здесь. А ты чего, не умер, я не понял сейчас? Что происходит? Там пушка новая, по-моему, вылетела из него. Она вылетела и помахала мне. Говорит, Таша, смотри, я... это я. Возьми ты меня. Меня не пропусти, пожалуйста. Возьми меня. Так сказала, да? Да. Так сказала. Мне проскакивать надо, да? Что-то. Смотри, не прищеми себе там ничего. О! Тебе нравится, да, я смотрю? Вроде ничего, такая, да. Что-то нашептывает. Чего я ползаю? Крадусь. Ой, тут уже мощные. Вот эти пошли-то сильные. Так, я покажу. Все нормально. Нет, не жив. Ладно, сейчас. Боевую позу занимаю. А то он опять сполз. Ой, отсюда? Чего так далеко-то? Вам еще туда подарочек. А он попал. Ого. Что тут? Меня пока экран болтал, я даже не понял, что произошло. Воспользовались ситуацией. Что это вот это вот? Да... Дайте ему уже новую пушку. Дайте мне стабилизатор. Все, поднимай ее, и будет хорошо тебе. Ее так не болтает. Болтает, к сожалению. Вторую тоже болтала? Да. Ну,
В смысле, не вторую, вот новую. Не могу. Я не полезу к ним, пусть сами ко мне идут. Так болтает просто, рашить невозможно. А я так и не попал по этому баллону. Больно, на самом деле-то. Смешно, но больно. Вот и начались сложности. Откуда тут? Это тот, который жив остался, он сюда поднялся и обходил меня? Возможно. Помповое ружье. В настройках есть шатание камеры. Но это, я так понимаю, на ходьбу, шатание камеры. А, ну вряд ли, да, на отдачу-то. А шатание камеры здесь вроде нормальное, поэтому не хотелось бы убирать. Ну, у меня вестибулярный аппарат не страдает. У него нормально. Но это весело очень. Вот когда начинает происходить, еще и в замедленном времени. Стабилизация просто в ноль. Оружие. Что? Вы можете нести не более 4 видов оружия одновременно. Чтобы подобрать новое оружие, встаньте так, чтобы оно было подсвечено, и нажмите Е, чтобы заменить им оружие в ваших руках. А вот это грустно. Ну, похуже, выкидывай. Ну, у меня пока нет. У меня всего 4 пушки сейчас. Ну, я не имел в виду сейчас. Вообще. Угу. Просто определиться заранее надо. А хотя как определиться? Мы же не знаем, что упадет. Отлично. Видимо, я смогу сейчас огнемет подобрать. Ого. Да. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я аптеку со страху потратил. Заменю, наверное, помповый дробовик. Хотя, не знаю. Да что вы пристали-то? Дайте наружу посмотреть. Что это было сейчас? Ее там намагнитило, что ли? Граната такая. Не знаю, обратили внимание или нет, она такая вокруг. Вот эта штука. Стриптиз от гранаты, точно. Ты это, купюру в трусики. Как она старалась.
Она чуть меня не убила. Это было недостаточно быстро. Ладно, замени пистолет. Хотя пистолет вроде... Что, 10 из 10? Всего 10? А, это так странно работает, не пойму. А дробовик не проще будет? Видишь, он отбивается еще. Сходи за пистолетом. Странное оружие. Нет, ну может нормально? Ну смотри, иди с ним. Хочется просто попробовать что-то новенькое. Жалко, что я на этого потратил, тут броник лежал. А из-за того, что я не совсем понял, как этот огнемет работает. Ну, причем эти фаерболы, они какие-то странные. Ну, дальность неплохая хотя бы. Не, ну... Смешно даже. А, ладно, смешно. Ну, по мне же стрелял кто-то из-под этой штуки, которая закрывалась, из-под двери. Так. Нет. Все же чекпоинты у вас тоже здесь странненькие. Гореть-то будем? Походу нет смысла заморачиваться с этим. Очень неэффективное какое-то. Ну, есть, наверное, польза от него при каких-то очень определенных обстоятельствах. Допустим, коридор и толпа народа. Ты такой... И они такие... А-а-а! Может быть, да. Может быть. А ты такой меняешь оружие, пока они там горят, расстреливаешь. Очень ситуативно. Ты посмотри на него. Баллону ему, Саш. Ой, не-не-не, верни мне. Где-то там. Ай. Твою. Очень сложно вот это место какое-то прям. Много точек обстрела от них. Все вроде. Сейчас залечимся. Поплачем, дальше пойдем. Там главное не умереть наверху теперь.
Горю. Надо было кнопку добавить, поваляться. Я надеюсь, там будет чекпоинт. Что? По звукам должен быть. А, я, наверное, что-то пропустил. Ну. Куда-то не посмотрел. Похоже. Отстава. Вообще беспредел какой-то. А там уже никого нет. О. Толстые такие стали. Ух ты. Да у вас тут слишком много, я да, много все, их. Хана. Ты так далеко не выходи тогда сразу. У меня там укрытия нет, мне надо сразу вниз, вниз спускаться, да, и отстреливаться. Да. Я дал им возможность сюда подойти сильно. Я надеюсь. Теперь я похороню тебя там, где тебе место. Вместе со всем этим противоестественным дерьмом. Поверьте, бедняжки. Смотри, выжил. Вы там бесконечно, что ли, бежать собираетесь? Прям горка, прям кучка. Угу. Холмик. Кончились, я надеюсь. А! Меня обманули. Я думал, это баллоны. Красят тут в один цвет. Огнеопасно и не огнеопасно. Ну, наверное, то должно быть красным, да? Нет, это дело. Здесь оно желтое. Ну, эмблема какая-то должна быть, не знаю. Да с такой дальности там не видно. Без тут трупов. Ну. Ух ты. Найти вентиль, чтобы остановить утечку газа. У вас чего так много-то? Да гад! Простите. Я же его видел. Что, опять отсюда? Ух ты! Что я там говорил, это слишком легко, да? Я надеюсь. Теперь я похороню тебя там, где тебе место. Вместе со всем этим противоестественным дерьмом. Понаспавнили их там.
Я все видел. Для ваншота другой комнаты, по идее, было далеко. Можно не надо гранату? Бумкнуло. А где? А. Потратил на этого. Архивный документ, проект «Источник», осмотр Пакстона Феттела, 10 лет. Второй осмотр. У субъекта нет сознательных воспоминаний о синхронизации, однако он сообщил, что за последние 3 года 7 раз видел кошмары, в которых совершал жестокие поступки по отношению к людям, чьи описания похожи на ученых, убитых в ходе инцидента Феттелом или подчиненными ему клонами. На допросе он заявил, что эти образы возникли под влиянием телепрограмм и обучающих роликов. Он видит эти кошмары не от первого лица, с одним лишь исключением. Два месяца назад он во сне съел человека, чтобы узнать его тайны. Однако действительный инцидент он не помнит. Угу. Заключение. Опасность рецидива отсутствует, так как проект «Источник» закрыт. Альма Вейт уничтожена. Рекомендую провести новый осмотр через 24 месяца. В смысле уничтожена? Ну, они считали. Так. А оно казалось... Не очень. Кто-то меня в прошлый раз убил. Он, кстати, сейчас тоже урон нормально так нанес. Броник меня скушал. Гад. Вот он. Что такое? Все. Закрыл? Да. А что за звук такой был? Или мне надо еще раз крутануть? Может, не докрутил, может быть. Возможно. Потому что огонь-то идет все еще. А, удерживайте. Вот, молодец. Это тебе обратили внимание, что ты не так делаешь. Смотри, не попал, что ли, ни разу? Ой, снизу, ага. Ух ты! А. Я думаю, что там искрит. Это хорошая, но патронов пока мало очень для нее. Жалко. Ох! Ох, ё! Жарили. Ого, да ого. Что происходит-то? А! Сейчас сверху еще плитой какой-нибудь накрыть. Нельзя.